Андрей Ткачук принимает участие в премии «Наше Подмосковье» с первого года ее существования, то есть уже 5 лет. За это время он неоднократно становился лауреатом. Проект «Историко-патриотический клуб «Генерал» в 2017 году завоевал вторую премию в категории «Команда». Андрей говорит, что каждая победа – это возможность заявить о новом проекте или развить уже существующий. Те проекты, которые родились за вот эти 5 лет, это в том числе благодаря тому, что из года в год от него приходили какие-то премии, которые немедленно опускались в то, чтобы росла материальная база, чтобы появлялась у ребят форма, появлялись какие-то макеты. Мы сегодня, к сожалению, не будет этого человека на премии, но тем не менее в рамках проекта «Неизвестное восстание Спартака» получили возможность заказать и принять в работу карту, которую мог бы составить Геродот, если бы он говорил на русском языке. То есть ребята прямо на куске кожи нам восстановили ее, русифицировали, и ее можно теперь применять, перевозя из одного учебного заведения в другое, показывая то, как что-то выглядело тогда. В прошлом году за премию «Наше Подмосковье» боролись почти 1500 проектов от Одинцовского района. Но только 69 из них стали победителями. Таким образом, наш муниципалитет второй в Московской области по числу поданных заявок и лауреатов. Если по количеству Одинцово не всегда может быть на первом месте, то по качеству, и не зря мы один раз даже проводили награждение премии «Наше Подмосковье» здесь, на территории Одинцова, качество всегда просто уникальное. Это как раз характеризует и тех людей, которые сегодня здесь собрались. Марина Павлова учится в 10-м лицее и в школе юного энергетика. Так называется проект, участником которого она является. Его руководитель Александр Балахонцев сумел оживить формулы школьного курса физики и математики. Совместно сотруднику Мособлэнерго и лицеистам удалось разработать устройство, которое позволяет экономить затраты на уличное освещение. Сейчас оно проходит испытание в Одинцово. Полученную премию лауреаты уже потратили. Мы вложили эту премию в развитие кружка. Мы начали закупать больше материалов для него, и это поможет, я думаю, нам в следующем году для нового проекта. Прием заявок на участие в премии «Наше Подмосковье-2018» уже начался. В этом году категория проекта зависит от количества участников, вовлеченных в его реализацию. Каждый соискатель может подать только одну заявку. Сделать это можно до 31 мая. Сегодня Одинцово лидер по количеству поданных проектов уже в этом году. Их порядка 300. 150 уже прошли модерацию. В течение 2 летних месяцев будет проходить презентация проектов. Затем их рассмотрит Совет по присуждению премии и проанализируют профильные эксперты. Торжественная церемония награждения победителей запланирована на сентябрь.